центральных храмах благочиния Нижегородской епархии был совершен молебен о мире в Украине. После молебна в храмах состоялись беседы прихожан с духовенством. Миссионерский проект «Господи, помилуй Украину» организован епархиальным отделом по делам молодежи. Милостивым оком презрите на люди земли украинские и сотворите ее непреоборимо от распритворящих. Молим тебя, милосердный Господи, услыши и помилуй. Ольга Саукова – прихожанка Никольского собора в Автозаводском районе. Девушка очень переживает за тех, кто живет в зоне боевых действий на Украине, поэтому в последнее время она отказалась от просмотра новостных программ. Но и совсем оставаться в стороне Ольга не может. Конфликт – это всегда боль для людей, всегда страдания, и поэтому очень хочется, чтобы поскорее все урегулировалось с Божьей милостью. Я надеюсь на это. Духовная поддержка – это основа. Она дает надежду на то, что все будет хорошо. Когда есть надежда, естественно, есть желание улучшать ситуацию и стремиться к тому, чтобы везде воцарился мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ольга пришла на особое богослужение в Никольский собор. Как и во многих других храмах Нижегородской епархии, в этот день здесь служили молебен о мире на Украине. Для совместной молитвы в церкви собралась православная молодежь Автозаводского района. Молитва доступна абсолютно каждому, и это очень действенное средство. Я думаю, уже у всех накипело на душе много очень всего по поводу событий на Украине, поэтому пришли сегодня сюда помолиться всем миром, чтобы все это закончилось наконец-то. Тебе, великодаровитому Господу нашему, припадаем сердцем сокрушенным и усердною молитвою о строе украинстве, распрями и нестроениями раздираемы. Любой молебен, который служится в наших храмах, это в первую очередь инициатива прихожан. В каком-то из храмов, где молодежь проявила такую инициативу, предложила отделу по делам молодежи, отдел поддержал, получил благословение митрополита и во всех основных храмах благочиний отслужили этот молебен. Будем надеяться, что, дай Бог, бы больше и не потребовался бы он. Святейший патриарх Кирилл в своем послании сказал: «Вся наша многонациональная церковь горячо молится о мире на земле Украины, о прекращении гражданской распри». И действительно, в российских храмах молитвы о мире на Украине возносятся во время каждой литургии.